От чего страдает озеленение городов? Увы, от плохих озеленителей, неграмотных, тех, которые не понимают, где растения полезные, а где растения, извините за выражение, инвазивные. Инвазивные – это пришлые растения. Вот, самое знаменитое, после борщевика, пожалуй, инвазивное растение, которое так прижилось в городе, что другим растениям оно просто не оставляет никакого шанса. Это клен, клен ясенелистный. Наверное, вы видели его в своих дворах. Пыльца клена ясенелистного – это самый-самый сильный аллерген. Если по весне вы кашляете, чихаете, и у вас резь в глазах, возможно, это виноват мужской экземпляр клена ясенелистного, который растет у вас во дворе и который дворники тщательно окапывают, поливают, в общем, ухаживают за ним, потому что они не могут его отличить от чего? Ну, вспомним, клен ясенелистный, значит, его листочки должны быть похожи на ясень. И вот тут так получилось, что рядом со мной как раз ясень обыкновенный, наш, родной ясень. Давайте-ка сравним листочки. Это лист клена ясенелистного, а это листочек ясеня. Здесь супротивные листочки, вон так аккуратненько они расположены. А у клена ясенелистного вот они, вот немножечко вот такие, по три штучки. За ясенем обыкновенно мы продолжаем ухаживать. Мы его не вырубаем. Ну и пусть коммунальные службы займутся, ну, хотя бы регулированием популяции клена ясенелистного.